Российские студенты отмечают свой главный праздник. Татьянин день во Владивостоке началась эстафета огня Универсиады. От острова Русский через Новый мост факел пронес прославленный хоккеист, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. Рядом с именитыми спортсменами бежали волонтеры, которых не напугал ни холод минус 20, ни ледяной ветер. Далее огонь пронесут по улицам 30 крупнейших студенческих центров России. Финиширует эстафета в Казани 6 июля, в день открытия Всемирных студенческих игр.